Как вы относитесь к тому, чтобы переименовать проспект Ильича в проспект Героев АТО? Я даже не знаю. Мне все равно, по чем ходить, по какому проспекту. Я думаю, как-то по-другому назвать. Что-то может быть поближе, что-то вот как-то слишком сухо, и мне не нравится. Да не знаю, как я даже отношусь. Не, ну как есть, так есть. Может быть, у вас варианты свои есть, как нет, можно переименовать? Варианта нет, без разницы. Как он называется, мне без разницы. Я бы хотела оставить, наверное, прежнее название всем нашим улицам. Почему вам? И не переименовать. Ну да, это история нашего города, все названы нами улицы. И не хотели бы их переименовывать. Ну, а то еще не закончилось. Вот. Только с этой точки зрения. Героев-то уже много. Героев много. В принципе, нормально. А и пусть герои в АТО. Заслужили, ребята? Заслужили. Заслужили, жизни отдали и вообще заслужили. Много денег уйдет на бюджет. На вот это переоформление и все подряд. А вот смотрите, кто прописан, допустим, по этой улице. Им тоже и менять потом и прописку, и все подряд. Это все же в паспорте, правильно? Денег, что ли, некуда давать? Нет, конечно, я против. А вы, девушка? Я тоже против. Но говорят, что не потребуется сразу же менять название улицы в паспорте, ничего не надо будет. Это не будет так накладно, как вот раньше. Закон изменить. Ну потом-то полюбишь будет это же. Ну вот, ну хоть сейчас, хоть тогда, вот денег и так мало у народа, правильно? Вот. К одному названию уже привыкли, а потом будем путаться, вот как с этой, знаете, с улицами итальянской. Аббата. Да, несколько раз переименовали в трассу АТО, а зачем проспект переименовать? Допустим, у нас был такой вот человек хороший, Бойко Владимир Семенович. Вот можно переименовать проспект Бойко. Почему именно в Героев АТО? Ну, я полностью солидарен с тем, что нужно переходить на новые рельсы. Ну и, кстати, вы очень хорошо сказали, Героев АТО. Так что я с вами весьма признателен даже за эту идею. Не знаю, я был как бы в Киеве, мне хотелось, чтобы там одну из станций метро, новых, которую сейчас назвали, станция Мариупольская. Да. Ну почему? Есть станция там Харьковская, да, там есть станция Минская. Как бы почему бы не было бы там станция Мариупольская.